в сообществе «Искусство без границ» опубликовано стихотворение Вячеслава Прокофьева. «Построил я домик картонный, но ветер его развалил. Хочу я, чтоб домик картонный на месте стоял, как и был». По этому поводу некто Глофиш написала четко, гениально и просто «плюс пять». И некто Поздл написал «как в трех поросятах». Я не помню, к сожалению, сказку про трех поросят. Ну да, вроде бы так вспоминаю, что был какой-то дом, и кто-то его сломал, и, в общем, жаль. Но, на самом деле, три поросята к этому отношению мало имеют. Поэтому я написал эссе, которое называется «В этом стихотворении огромная сила». Да, это так же удивительно, как удивительно герои Достоевского «Идиот» и Сервантеса «Дон Кихот». Не случайно роман о князе Мышкине, кстати, и фамилия героя, уменьшительная, что дальше и некуда, из теплокровных обитателей планеты. Ведь слово «идиот» – это обозначение выпадения из общества. Дальше некуда. То есть человек, не способный нормально функционировать и жить. Но великий писатель делает из него великого героя, показывая, что нормальная жизнь или реальная жизнь – меркантильные фантазии человечества. То же делает и Дон Кихот. Оба героя призваны в этот мир, чтобы защитить человечество от его фантазий, меркантильных и призрачных. Да и мастер из романа Булгакова, мастер Маргарита, ценой своей гибели показывает призрачность и смехотворность советского и строя, и образа жизни, и прислуживания ему псевдоискусства. Действительно, все персонажи из реальной жизни тают, что преуспевали в советскую эпоху. Все эти писатели тают, как дым. И наоборот, фигура Булгакова становится все более твердой, то ли из мрамора, то ли из бронзы. Также и это замечательное стихотворение. Четыре строки. И выражена глубокая вера в силу души, в реальность ее устремлений, подчеркивая эфемерность того всего остального, что так ярко, так рейтингово, только кажется реальностью, а на самом деле дым.